У вас зимова депресія і хандра, болить голова, поганий настрій, або вже так наберіть карантин, тоді вам хоча б ненадовго потрібно залишити комп'ютери і розім'ятися у спортзалі. Як мешканці Дніпра підтримують свою фізичну форму у час пандемії, дізнаємось прямо зараз. Якщо ви хочете добре виглядати, заведіть собі дітей, ви завжди будете в прекрасній формі, щасливі, улыбчивы і здорові. Делають зарядку вдома, наприклад. Я подтягиваюсь, у меня дома турник есть. Прогуливаемся, стараемся выходить в поле, где-то за городом пройтись. Мы много гуляем на улице. А как где там спортзал, может домашняя зарядка? Нет, в спортзал мы не ходим сейчас. Физкультурой занимаетесь? Как-то физические упражнения? Не очень. Ну, можно сказать, немножко и занимаюсь, но не так, чтобы постоянно. Честно, ничего не делаю. У меня ребенок, это вся моя физическая зарядка. Мне ее хватает достаточно. Кушать правильно, кушать и заниматься спортом. А, у меня работа такая, что я много километража прохожу за день. Этого достаточно? 13 километров от 8 до 13 в день, я думаю, да. Вы занимаетесь во время пандемии спортом? Конечно. Может быть? Вот на работу бегу. Что свежий воздух, прогулки на набережной. Да? Каждый день? Нет, не каждый день. Но сегодня прекрасный солнечный день, поэтому стараюсь. А сколько вы проходите? 10 километров. Здорово. Да. А бегаете? Ну, когда было не холодно, бегала. Вы спортсмен, занимаетесь? Нет, не занимаюсь. Ну вот видите, вместо того, чтобы пользоваться общественным транспортом, иду пешком. Наверное, это и все мое. Физическая нагрузка из обязательной программы. А получается, на спортзал пойти или, может, побегать на стадионе на улице? Ну, на самом деле, не та погода, чтобы бегать на улице, а спортзалы, как бы это места закрытых, ну, закрытой территории, да, и поэтому там, наверное, не совсем сейчас будет комфортно. Витаминами. Ну, подождите, пандемия, но мы же не в замкнутом пространстве находимся. Мы же все равно выходим на улицу, дышим, гуляем. Вот вам уже физическая форма. Но все равно форма. Был карантин выходного дня, вот спортзалы были закрыты все до воскресенья. Допустим, ну, вы знаете, мы столько много работаем, что нам нет до спортзала. Можно простой вопрос? Вы как-то физкультурой занимаетесь? Не надо меня снимать. Курим-то и все, как бы, нет. Не поддерживаю. Надо поддерживать, ну, как бы,